Привет, ребят! С вами Елисеев Михаил. Хочу с вами поделиться новым способом заработка без вложений. Этот способ подойдет всем, кто не хочет свои деньги вкладывать в подозрительные интернет-проекты. Появился новый букс, называется Job Planned. Очень интересный достаточно букс. По аналогии с другими буксами, где можно просматривать рекламу и получать за это деньги, я уже рассказывал в своих предыдущих видео, можете найти их на моем канале. Там есть они в плейлисте без вложений. Вы устанавливаете расширение для браузера Google и занимайтесь своими делами, а Google будет вместе со своим расширением просматривать автоматически рекламу с этого проекта, и вы будете получать за это деньги. Вот у меня сейчас на данный момент есть SafeTurner. Это расширение от самого Google. Реально, и он никогда не соскамится. Пока существует Google, будет существовать SafeTurner. Здесь можно тоже установить расширение и просматривать рекламу от него. Дальше, P2P Biz. Здесь тоже вы можете просматривать рекламу и получать за это деньги. И вот teaser.biz. По такой же аналогии. И сегодня появился новый проект, точнее он уже существует около месяца, но я в него зашел только сейчас. Job Planned, вот такое расширение ставится. Ну и вдобавок примочку я сделал, это Auto Refresh, то есть автообновлятель страниц, чтобы реклама смотрелась сама собой. Давайте сейчас я вам расскажу все по порядку, ребят. Для этого выйду из своего аккаунта. Ребят, чтобы зарегистрироваться, проходим по ссылке, которая будет под этим видео. После этого вы попадаете вот на такое окно, нажимаете на кнопку «Регистрация», и здесь вы должны ввести логин на латинице, e-mail, желательно gmail-овскую почту, пароль, повторяем пароль и вводим простую капчу. Вот здесь у вас будет мой никнейм, жмем «Отправить» и все. После этого, ребят, переходим на свою почту и подтверждаем по ссылке свой аккаунт. Вот и все, зарегистрировались. Что еще может быть проще? Далее нажимаем «Вход» и просто-напросто заходим под своим аккаунтом. Вводим капчу. Так, капча введена, мы попали на свой кабинет. После этого, ребят, вы должны установить расширение. Чтобы это сделать, спецрасширение находится вот здесь. Желательно поставьте отдельно себе браузер Google Chrome, для того, чтобы он у вас работал на вас, зарабатывал вам деньги на автомате. После того, как вы залогинились через Google Chrome, вы должны поставить расширение. Нажмем на эту кнопку и переходим на Google Play Market, по-моему. Там вы должны установить, но почему-то у меня кнопка эта не работает. И для таких людей здесь написано, что если не установилось по этой кнопке, нажмите в магазин. То есть вы должны нажать на магазин. И здесь у вас будет такая штука синяя. Установить. Нажимаете на установить. Все, у вас появится зеленая штука. И вот тут появится значок вот этого проекта Job Planned. Все, все элементарно просто, ребят. Далее можно это смело закрыть. Так. Закрываем. И у кого еще нет специального автообновлятеля для рекламы, мы вот здесь сразу же пишем Easy Easy Auto Refresh. Так, что-то написал не то. Вот тут у нас такая штука появляется зеленая с двумя стрелками. Нажимаем на ней «Установить», и у вас появятся две черные стрелочки. Везде, возле вашей адресной строки, появятся они. Далее, вы абсолютно на любом, на любой странице, которая у вас здесь висит. Ну, я в закладке поставил вот все эти четыре проекта. У меня еще был пятый, ATM2U, но он соскамился, поэтому продолжают работать и радовать нас именно вот эти четыре проекта. Две стрелочки у вас черные, далее нажимаем на них, и у вас появляется окно, таймер автообновления. Выставляете здесь примерно 100 секунд, я поставил разное время на разных проектах. И у вас будет через каждые 100 секунд, давайте здесь тоже поставим, ну, к примеру, 110 секунд. Эта страница у меня будет через каждые 110 секунд обновляться, показывать рекламу.
И я буду ее просматривать на автомате. И деньги будут мне капать на все проекты, которые будут выкидывать мне рекламу. Далее, здесь у меня тоже стоит каждый 99 секунд просмотра рекламы. Ребят, как только все мы настроили, обязательно зайдите в настройки. Вот здесь они находятся, в вашем личном кабинете. Тут имя, фамилия, пол, выберите страну, город, это можно не заполнять. Не обязательно. Самое главное, нажмите платежные реквизиты и укажите здесь все ваши платежные реквизиты, которые есть. Я очень плотно работаю именно с Payeer, ну и его внес. Это мой основной кошелек. Также здесь Perfect Money, Web Money, Яндекс кошелек и, соответственно, Payeer. Забыл упомянуть, здесь еще можно поставить ваше расширение на браузер Opera. Если вы, допустим, работаете в Гугле, там смотрите какие-то свои сайты и не хотите, чтобы вам появлялась реклама на вашем основном браузере, вы можете поставить себе Opera, свернуть его, поставить туда расширение, вот это, и также вам будет всплывать реклама. В основном все проекты по установке расширений и заработке по просмотру рекламы предлагают именно Google Chrome, и на Google Chrome все расширения идут, поэтому я использую для этого именно Google Chrome. Именно в Google Chrome я ставлю все расширения и работаю им как свернутым браузером. Друзья, обратите внимание, у вас должно быть обязательно здесь все включено. По умолчанию оно уже включается. И тут, сейчас, вот показ рекламы должно быть включено. То есть ничего не меняем. Вот так, выключено расширение, просматривать и зарабатывать мы ничего не будем. Ничего не меняем, должно быть у нас включено. Вот здесь, кстати, появилась реклама. Это реклама именно от JobPlanet. Хорошие здесь, кстати, дают деньги наравне с тизер BZ. Вот у меня здесь уже 86 рублей заработано. Здесь тоже хорошие деньги платят. Ребят, давайте я вам покажу, какие здесь тарифы на просмотр рекламы. Так, вернуться в кабинет. Вот здесь у нас есть тизеры, баннеры. За 5 секунды просмотра рекламы вам дается 15 копеек. Это офигенно, с учетом того, что вы не смотрите рекламу собственноручно, а все делается на автомате. Даже вы не видите ваш браузер, он просто свернут в трее. За 15 секунд 2 копейки, за 30 секунд 3 копейки. Так, за поп-ап, ну это тоже всплывающая реклама, 4 копейки дается. Если вы перейдете по баннеру, который у вас всплывает, 2 копейки за 5 секунд. И за YouTube, если вы перейдете на ссылку на видео, которое у вас будет всплывать на YouTube, вы получите 3 копейки, так, а тут 10 копеек и 20 копеек, ну тоже неплохо. Конечно, деньги в совокупности, если вы будете работать со всеми 4 проектами, вы получите хорошие. Поэтому ссылки я ставлю на все 4 проекта под этим видео. Если работать только с вот этим проектом JobPlanet, то вы будете получать, ну, не очень большие деньги. Вот у меня сейчас за 5 минут я заработал 13 копеек. Кто хочет здесь более большие деньги зарабатывать, но здесь нужно выполнять задания. Для этого нужно нажать так. Вот, допустим, выбрать из этого посещение YouTube либо задание. Но выберем, допустим, посещение. И у нас тут указано, что то есть 15 зашли на этот сайт, посидели на нем 15 секунд, получили 3 копейки. Вот количество посещений, которое еще доступно, ребят. Давайте я сейчас перейду. Так, какая здесь самая большая цена? Ну, допустим, вот на это. То есть 15 секунд мы должны посмотреть. Так, пошел звук. Можно нажать здесь на стоп. И вот 15 секунд мы ждем. Так, все. На ваш счет зачислено 3 копейки. Ну, неплохо, ребят. Так, давайте еще что-нибудь посмотрим. Я видео приостановлю. И здесь мы заработали 2 копейки. Но неплохо, ребят. Вот так можно посмотреть, того для вкусные деньги тут заработать. Также на YouTube можно заработать. Нажимаем YouTube. Но здесь пока что никаких заданий нет. Хорошо. Обращаю внимание, что у вас должны быть отключены все любые блокираторы рекламы. Такие как AdBlock. Потому что они будут блокировать все ваши рекламы, которые будут у вас всплывать даже на автомате. Можно посмотреть даже вот на эту опцию задания. Здесь можно выполнить задание и заработать побольше уже денег.
Так, регистрация, то есть вы получаете вот эти деньги, которые здесь указаны. И что нужно сделать? Тут коротко описано. Можно заработать 1,5 рубля. Ребят, я вам советую, делайте именно на автомате. Никакие задания вам здесь не дадут столько денег, как если вы поставите расширение и поставите автообновлятель. Поставили, выбрали 99, к примеру. Почему-то у меня здесь на этом JobLand скидывается автообновлятель. Но не важно. Самое главное, чтобы хотя бы у вас была открыта одна какая-то вкладка и на ней выставлен был автообновлятель. Так, давайте сейчас вернемся. Вот почему YouTube нельзя посмотреть. Так, зарабатывать YouTube. Пока что здесь, к сожалению, никаких заданий нам никто не давал. Еще скажу, ребят, они еще собираются на следующий год также разработать приложение для Android. То есть вы можете также ставить на свой телефон, и ваш телефон будет зарабатывать деньги, к примеру, на пополнение счета. Можно здесь также и рекламироваться, то есть свои проекты, к примеру, тот же Traffic Monsoon, который просто шикарный, шикарный проект. Для этого вы должны, допустим, выбрать, вот так нажать «Рекламировать». У вас выскакивает «Добавить баннер». Ссылку на баннер. Ну, к примеру, мы выберем Traffic Monsoon. Affiliate. Вот здесь Affiliate, выбираем баннеры. Вот этот баннер можно, чтобы рекламировали на вашем вот этом проекте. Для этого копируем код этого баннера. Баннер у нас размером 728x90. После этого переходим вот сюда. Вставляем ссылку. А, извиняюсь, ребят, здесь нужно выбрать именно статическое изображение. То есть, допустим, вот это. Копировать изображение. После этого мы должны... Открываем, допустим, Paint. Вставляем наш баннер. Давайте сейчас обрежем. Обрезали. Все, можно сохранить. JPEG. Сохраняем. Переходим в наш JobLand. Здесь вы должны добавить свою реферальную ссылку. Но в Traffic Monsoon находится реферальная ссылка вот здесь. Мы ее копируем. Ставим сюда. Здесь выбираем таймер. Сколько вы хотите, чтобы эта ссылка, ваш баннер с ссылкой показывалась для людей, которые будут просматривать. Цена, соответственно, будет за 10 секунд 3 копейки, за 20 4 копейки. Выбрали наше изображение, которое мы с Traffic Monsoon скопировали. И здесь вот для одного человека можно поставить всего лишь 2 показа, чтобы определенный айпишник видел. И в минуту всего для всех людей сколько будет показываться? 30 показов. Таргетинг можно. Ребят, если пока поставите таргетинг, то есть именно будет для тех людей по стране, по городу, по полу отображаться и показываться, то цена значительно возрастет. Мы этого пока делать не будем. Мы будем пока что здесь именно зарабатывать. Я вам покажу, как вывести здесь деньги. Для этого нужно, вот тут есть финансы. Можно пополнить рекламный баланс, вывести средства и история операций. Нажмем «Вывести средства». Так, это мы закроем. Минимальная сумма вывода на Payeer Perfect Money – это 10 рублей. Минимальная сумма вывода на Яндекс – 16 рублей. Ребят, 10 рублей набрать достаточно легко. Просто нужно свернуть и просматривать на автомате. Выбираем, допустим, Payeer и пишем сумму для вывода здесь. Ну, к примеру, 10 рублей. Также здесь есть комиссия. К получению у нас будет 9,70 и комиссия 3% составит 30 копеек. Нажимаем «Вывести» и наши деньги нам выведутся на наш указанный в наших настройках Payeer кошелек. Я, к сожалению, вам не могу показать, как вывести, потому что у меня сейчас пока 20 копеек. Кстати, здесь на WebMoney абсолютно без комиссии можно вывести средства. Так, и если не ошибаюсь, тут не указано, что минималка какая-то есть про WebMoney. Ну, наверное, ребят, можно вывести сколько угодно. Ребят, кого проект заинтересовал, регистрируйтесь. Ссылка есть на регистрацию под видео. В совокупности с другими проектами вы будете хорошие деньги здесь поднимать. Вот, P2P Bits, Teaser, SurfRunner и JobLand.
Все ссылки найдете под этим видео. Также оставлю ссылку или напишу название плагина, который вы можете найти в интернет-магазине Chrome, для того, чтобы вся реклама просматривалась автоматически. На этом, ребят, я заканчиваю видео. Кому оно понравилось, порадуйте меня большим пальцем вверх. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. С вами был Елисеев Михаил. До новых встреч. Пока.